Всем привет, в работе у нас новый Defender, приехал на большой комплекс. А клеить будем в полиуретан. Клеится все, кроме крыши и крышки багажника. Здесь еще вот эти вот элементы вставки, они будут сниматься, краситься в черный глянец. Так выглядит автомобиль. Прям прикольный. Разобрали Defender, сняли зеркала, ручки дверей, молдинги, чтобы ничего не мешалось. Сюда будем заворачивать, потому что полик, чтобы не стрельнул. И сейчас начнем оклейку. Капот, переходим на дверь, начинаем с водительской. Заклеиваем стойки, они черный глянец, очень хорошо царапаются, поэтому it's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall. So I built my towers tall. Wandering through these empty halls. Так, у нас уже две стороны готовы. Заклеили вот передние крылья. Получается, остались у нас зеркала. В принципе, полоска над лобовым, стойки тоже заклеены. И осталось у нас, не знаю, как ее назвать, назовем, накладка заднего крыла. И, в принципе, автомобиль готов. Ребята сняли форточки, накладки на форточки для покраски. Но это уже не наша работа. Вот так у Макса начинается рабочий день. Ютубчики сидит никак, не может настроиться на рабочий лад. Так вот приклеиваем на место шильдики,
по заранее изготовленному шаблону. И все встает ровно на свои места, как и было. Ну и обязательно нужно защитить зону погрузки в багажнике, так как она очень часто страдает. Лучше это сделать сразу. А на данном автомобиле, тем более здесь черный глянец, то есть любую царапину будет видно сразу. Ну и заключительный этап у нас — это зеркала, которые очень интересные и очень неудобные в оклейке. This emptiness, it hurts like hell. My good intentions let me down. Вот так получилось зеркало, сделали из двух частей. Зато ничего не поднимется, и все будет держаться хорошо и крепко. Закончили работу над Land Rover Defender. Достаточно редкий автомобиль в нашем городе. Мне кажется, он, если не первый, то может быть второй. Оклеили полностью весь кузов, все черные глянцевые элементы, зеркала, стойки, погрузочную часть багажника, погрузочную часть ног, соответственно, весь кузов. Не делали только крышу, сделали, так скажем, 1/3 вот эту часть. Переднюю оптику, капот, передний бампер, также весь глянец нижний. Притемнили значки по просьбе клиента. Зеркала, стойки лобового стекла, стойки дверей, очень уязвимое место. Сейчас ребята красят, вот здесь накладки идут пластиковые. Вот такой необычный автомобиль побывал в наших руках.